Всем привет, ребята! С вами я, и вы на канале Рокси. И сегодня я буду лепить из тематического песка. Так, нормально. Мне понадобится для этого колпачок. Вот такая вот круглая форма. Жирафик. Нож для масла. Формочка мишка. И сам кинетический песок. Так, повернись. Так нормально. И перчатки, потому что у меня аллергия. Если я прикоснусь к кинетическому песку и так далее. К слайму и вот этим вот. И вот этим вот воздушным пластилином. Я начну с вот этой формы. Сначала нужно вот это вот все дело отодвинуть. Насыпь туда вот песок. Щеденькая я. Целыми горстями засыпаю. Ножик. Фигня. Я весь свой опыт где-то прокакала. Ладно, такой корж не пойдет. Заново. Чпукс. Так, готовься. Сделаю. А, нужно сделать вот такую дырку в первом корже и поставить вот, нет, вот так вот колпачок. Скоро все узнаю. Зачем я это сделала? Не знаю. Мега лапочки. Вот так. Все готово. Почти. Ну, на такую какашку плохо смотреть. Может, какие-нибудь декорации там. В общем. Нужно вот так вот разместить по всему вот этому периметру медведя. И вот так вот. Вот. Нормально смотрится. Медведька. Теперь нужно и свечку. На сигарету похоже. Все. Домик гномика. Осталось время проверить на вкус. Не знаю, вообще не понравился. Конечно, не ела, я просто пальцами окусила. Давайте порежем на кусочки. Этот кусочек, вау. Та-дам, этот скромный кусочек вам. Если поставите лайк и подпишитесь на мой канал. Кстати, у меня есть 2 аккаунта. На него тоже подпишитесь. Есть аккаунт в ТикТоке. На него подпишитесь. Подпишись. Я, смотрите, что могу делать. Вот так вот. О, у меня 1 000 000 таких штук будет. И на этой ноте, я думаю, буду заканчивать. Да, кактус? Сейчас. Да, кактус? Ты дурак? Так, что говоришь? Подпишись! Он тоже вам говорит. Замолчи! Все. Всем пока!